Сегодня к нам на ремонт поступил вот такой вот партнер 350. Вот причина обращения: пила на холостую работает, но при нажатии на газ глохнет. И если даже прогреешь ее, немного вроде начинает работать, но все равно прогазовку делаешь, она начинает заглохать. Мы провели диагностику, посмотрели фильтр, посмотрели поршневую, посмотрели воздушный топливный фильтр. Вот, завели, действительно, пила работает. Попробовали провести настройку карбюратора, но изменений не происходит. Вот, но так как опыт у нас уже имеется довольно внушительный по ремонту, я сразу услышал, что что-то с двигателем не то, он работает глухо. Глухо и тихо, и подозрение возникло, что забит глушитель. Вот, мы открутим сейчас и посмотрим. Что у нас тут с глушителем? Несмотря на то, что внешний вид данного инструмента довольно-таки свежий, ощущение, что пила работала мало, но если человек чрезмерно, ну как мы в принципе и предполагали, очень тяжелый глушитель, скорее всего, он уже может бензин там, может уже эти вот продукты сгорания отложились уже, но очень тяжелый. И как мы видим, забиты выходные отверстия. Дальнее еще немножечко, там совсем чуть-чуть что-то имеется. А здесь совсем наглухо забито, ничего нет. Вот. Конечно же, такой глушитель не выпускает в нужной мере выхлопные газы. И, соответственно, пила не то, что я удивлен вообще, как она еще на холостую работала, потому что тут все забито наглухо. Вот. Что будем делать мы? Можно было бы, в принципе, просто расковырять вот так вот, и все, пила уже будет заводиться. Но он очень тяжелый, набитый буквально этим шлаком. Глушитель на новый менять мы человеку предложили. Он сперва согласился, но после того, как мы предложили ему поставить хороший, но бэушный, соответственно, в два раза дешевле, он был рад еще больше. Поэтому мы будем ставить вот такой вот бэушный глушитель, но при этом легенький, нигде не дырявый, не ржавый и, как мы видим, чистенький. Зато в два раза дешевле. Вот, поставим его и, как говорится, пойдем заводить, посмотрим, как наша пила поведет себя после этой замены. Сейчас мы соберем все в обратном порядке. Болты. Прокладка. Убираем. Здесь на 8 нужен вам ключик или головка, чтобы открутить. У нас же люди первым делом лезут сразу, разбирают карбюраторы, разбирают цилиндропоршневые группы, что только не делают, вместо того, чтобы сделать вот эту вот простую операцию и привести свою пилу в рабочее состояние. Все, сейчас я поставлю шину, цепочку, крышку и пойдем попробуем ее, посмотрим, что она нам покажет. Итак, дорогие друзья, вот он, наш помененный глушитель. Поставили новый, сейчас заведем пилу и посмотрим, появилась ли мощность и оборот. Немножко многовато у нас холостого хода, как мы видим. Сейчас мы чуть-чуть уберем. Для этого вот этот верхний винт крутим. Все, всем удачи, пока!